Новий баскетбольний сезон в Україні пройде під знаком об'єднання двох ліг. Тому не дивно, що Ферес НТУ намагається розпочати чемпіонат у повному озброєнні. У всякому разі турнір обіцяє бути видовищним. Проєкт цікавий. Перспективи, які предусматриває розвиття і телевізійні програми, і трансляції, і онлайни. Естественно, большое значение будет уделено освещению прессой этого проекта. Каждая команда в этом году будет стремиться занять как можно более высокое место и, естественно, показать более интересный и зрелищный баскетбол. Майки новачків отримали американці Тікстер Томас, на яких тренери покладають великі надії. За словами гравців, вони вже повністю адаптувалися у Запоріжжі і з нетерпінням чекають на початок сезону. Що стосується задач на чемпіонат, то головне – це якість гри. Буде гра, буде і результат. В этом году команда комплектовалась более тщательно, более взвешенно. И можно на сегодня сказать, что команда укомплектована приблизительно на 90%. Менеджеры и главный тренер клуба провели большую работу по поиску игроков. Ну и мы надеемся, что во время чемпионата вы увидите качество игроков и качество игры, которую мы хотим показать в этом сезоне. Сам президент каже, що команда сформована на 90%. За словами головного тренера ФРЗ НТУ Кирила Большакова, можливо, в команді ще з'явиться новий центровий. Действительно, ведется поиск центрового. Не знаю, к нашему счастью или к нашему стыду, мы просмотрели уже пятерых американских игроков. Одного югославского, да, четверых американских центровых. По ряду причин, среди них были прекрасные игроки, но кого-то здоровье подвело, двоих, даже троих, да. Двое уехали, потому что их уровень нас не устраивал. Но это лишний раз подтверждает слова Валерия Альбертовича о том, что мы в этом году подбор игроков производим тщательно, не спеша. И пока не убедимся в том, что этот игрок нужен нам, как и наша команда нужна ему, мы стараемся не спешить с заключением соглашения. Незабаром новый сезон начнется. Первым соперником запорожцев станет баскетбольный клуб з Одеси.